Всем привет, меня зовут Вита, и сегодня я наконец-то снимаю видео о моем новом приключении. Сегодня будет видео о том, как я добиралась в Китай. Началось все с того, что я приехала в аэропорт Симферополя, и были тяжелые моральные моменты, потому что мне нужно было прощаться с родными, ведь я уезжаю на полгода по работе в Китай. Ну, короче, все, я уже оделась, папа и Саша повезли чемоданы вниз. Я сейчас попрощаюсь со своей комнаткой любимой. Это через полгода. Но тут все будет по-другому. Я хотела порядок оставить. Не получилось. Пока комнатка. Все. Уже пол шестого. Я, кажется, опаздываю опять на самолет. Мне кажется, меня жизнь ничему не учит. Я и мой путешественник, который мне подарили девочки с собой. Ребят! More to the picture meets the eye. Hey, hey, my, my. Но началась свое путешествие не одна. Начало путешествия. Ты готова? Та-дам! Всем привет! Меня зовут Кристина, и я снова с вами. Так получилось, что у нас был большой перерыв с Витой около года. Потому что мы учились вместе в Симферополе, а шестой курс я провела в Керчи. И теперь мы снова снимаем видео, только сейчас уже из Китая. Это как новая эра наших видео, только теперь это будет Teach and Travel in China. Надеюсь, вам будет также интересно смотреть, наблюдать за нашей жизнью в другой стране. Мы будем рассказывать об этой программе, о которой мы полностью получше расскажем уже в следующих видео. Но пока мы продолжаем наше видео и рассказываем, как же мы летели в Китай. Светящаяся дорожка вдоль прохода. У нас был перелет Симферополь-Москва, Москва-Пекин, и с Симферополя до Москвы мы летели ночью, поэтому нам удалось посмотреть с высоты на ночную Москву. Это было очень красиво. И так как мы приехали поздно вечером, мы ночевали в гостинице в Москве. Утром мы поехали в аэропорт, и уже в Шереметьево мы начали видеть китайцев, и нам не верилось о том, что мы уже летим в Китай, что мы скоро уже через несколько часов будем в Пекине. Поздравили с 93-летием чего? День авиаперевозок — это одно, а 93 лет компании чего? 93 года, наверное, либо компании, либо самолету. Пилоту. Что вы скажете по этому поводу? Кита, держись. Это не в фокусе.
been blown, 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 she blown, blown. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Пока мы летели, мы провожали закат. И вот, в 12:30 ночи по пекинскому времени мы прилетели в аэропорт Пекина. Мы очень устали, я себя плохо чувствовала, плюс у меня безумно заложили уши, и я ничего не слышала. Что? И вот пока мы прошли все досмотры багажа и паспортный контроль, уже было около 2 часов ночи, и нас встретил наш менеджер с табличкой, с нашими именами, отвез нас в гостиницу, так как это была ночь, и мы пробыли в этой гостинице несколько часов, и нам нужно было лететь уже в следующий город. Да, кстати, мы в Пекине, нас поселили в гостинице несколько часов, потом через 4 часа утра мы летим в другой город, в наш город. Я не знаю, меня видно вообще, или я не в фокусе? Я нашла мыло. Молодец. Подожди, я хотела снять, показать мыло. Подожди, я нашла зубную щетку, написано носок, мыло. Ну, там мыло. Вот, тузбрэш, тузбрэш. Короче, смотри, какой тут чудесный душ. Душ. Вот! Да. Душ! Вот! Короче, и у меня заложило настолько уши, что я под водой, сама себя не слышу. И потом мы, что мы потом? А, летим в другой город. И завтра утром выходим на работу. А прилетаем туда под утро. Немного отдохнув в гостинице, но мы так и не поспали, поэтому были до сих пор уставшие безумно, мы безумно хотели спать. Мы поехали в аэропорт, и оттуда мы уже полетели в новый город, в котором мы, по идее, должны были жить и работать, город Датун. Весь перелет мы спали. И еще я помню, что мы безумно хотели пить, поэтому, когда мы в аэропорту увидели автомат с водой, мы просто туда ринулись быстрее пить воду. Мы летели около часа с нашим менеджером. После нас встретила девушка-китаянка Кейли и водитель той компании, которая нас наняла. Мы сели в машину и поехали в наш новый дом. Ехали мы около 40 минут, и по дороге у нас было такое ощущение, что мы уже где-то за городом. Также по дороге нас завезли в какую-то кафешку, где мы покушали. Это была наша первая китайская еда. После чего нас сразу же отвезли в нашу новую квартиру, где мы сейчас с Витой живем. И за все это, за перелет, за еду и за дорогу, все это оплачивал наш менеджер. Когда мы приехали домой, мы подъехали вначале к подъезду и выгрузили все наши чемоданы. Мы их было 5. Всего 5. Мы живем на 7 этаже, и мы это тащили. Нет здесь лифта. Мы живем на 7 этаже, на последнем этаже, и здесь нет лифта, и мы эти чемоданы тащили на 7 этаж. Когда мы наконец-то притащили эти чемоданы, а не забываем про то, что мы очень долго не спали, мы были безумно уставшие, и когда мы все загрузили, нам показали нашу комнату. Квартира, в принципе, была светлая, просторная и приятная. И через 40 минут нам нужно было уже идти на работу. То есть мы были уставшие, мы хотели безумно спать, но нам нужно было идти на работу. Изначально мы сюда ехали работать на 2 вакансии с учителями английского языка. Одна вакансия была в садике, а другая была в школе, в middle school. Но так получилось, что когда мы сюда приехали, оказалась всего лишь здесь одна позиция, в middle school. И до сегодняшнего дня мы вместе работали на одной позиции. И в этот день у нас было 3 урока, которые вела я, все 3 урока, без какой-либо подготовки. Мне просто так вот вручили книжечку и сказали: «Вон та дверь». И я просто зашла, увидела этих учеников, и это было очень сложно на самом деле, потому что мы были очень уставшие, мы не выспавшиеся. Я присутствовала на Кристинном уроке, и на самом деле это было сложно, во-первых, потому что мы были уставшие, как и сказала Кристина, а во-вторых, это другой менталитет, это другие люди. Это другой язык, язык, на котором ты преподаешь, тебе не родной. И ты даже не знаешь методы преподавания, нам никто не сказал, как, что делать. Это первый наш опыт, в принципе, преподавания в жизни. Но Кристина с ним неплохо справилась.
И вот после третьего урока мы думали, что мы сейчас пойдем домой отдыхать, и тем более, что мы живем недалеко от школы, минут 15. Но нет, наш босс позвал нас на ужин. И вот мы поехали на ужин в ресторан, все было очень необычно, все было по-особенному. Мы ели, естественно, палочками, у нас это выходило нелепо, к сожалению, видео и фотографий нет с этого дня, но обо всем этом, о культе еды в Китае, о кафешках, о ресторанах, о уличной еде мы расскажем в следующем видео. И после этого мы наконец-то поехали домой и смогли отдохнуть. И эта вся ситуация мне безумно напомнила Америку, потому что хоть мы и не ночевали на лавочках на улице и провели ночь все-таки нормально, ну как провели, мы, конечно же, не спали, и нас встретили, но по чувству усталости было такое же состояние, как и в Америке. И почему это происходит, когда мы вдвоем и куда-то едем? Это было только начало наших приключений, и все еще впереди. Кстати, сегодня ровно месяц, как мы здесь находимся, и уже столько всего произошло. О чем мы вам расскажем уже в следующих видео. Так что увидимся с вами в следующем видео, в следующую пятницу. Пятницу-развратницу! Пока! Почему тут двигаем мебель, Кристина отказывается со мной тащить шкаф. Так что я одна буду тащить шкафину. Шкафину. Куда мы идем? Это же шкафина до Роблокса.